трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД предлагает ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Конкретика пока неизвестна. Сообщается, что полицейские будут настаивать на увеличении суммы штрафа, сейчас от 200 до 300 тысяч рублей, и срока нахождения за решеткой, сейчас максимум 2 года. Основание – большое количество автомобилистов, у которых пьяная езда вошла в привычку. Трасса 101. За 9 месяцев этого года россияне израсходовали на покупку новых легковых автомобилей почти 1,5 триллиона рублей. Это превышает показатель аналогичного периода 2016 на 13%. Наибольшим спросом в начале осени пользовались машины «Лада». На втором месте «Киа», на третьем – «Хёндэ». Средняя стоимость новой легковушки приблизилась к 1,5 миллионам рублей. Трасса 101. За рубежом начат выпуск детских автомобильных кресел, оснащенных подушками безопасности. Они вмонтированы в лямки устройства. При ударе подушки мгновенно заполняются углекислым газом и существенно снижают нагрузку на голову и шею ребенка. Рассчитаны такие кресла на детишек в возрасте от 4 месяцев до 4 лет. Однако вот цена новинки кусается – порядка 42 тысяч рублей. Трасса 101. В США составлен список самых ненадежных автомобилей. По результатам опроса нескольких сот тысяч американцев, первое место в нем досталось «Шевроле Камаро». У машины, как выяснилось, часто возникают проблемы с электроникой и трансмиссией. Тормоза, рулевое управление, подвеска и электрика – это то, что беспокоит владельцев кроссовера Mercedes-Benz GLC. Он на втором месте антирейтинга. На третьем – паркетник Jaguar F-Pace. Также в перечне Fiat 500, Ford Focus и Ford Fiesta – Volvo XC90 и другие авто. 21,5 фунт стерлингов, примерно 1600 рублей. Именно столько отныне должен заплатить водитель старого автомобиля, который въезжает в центр Лондона. Размер платы для автомобилистов на новых машинах в два раза меньше – 11,5 фунтов. Как заявил мэр британской столицы Садик Хан, это одна из мер, направленных на улучшение качества воздуха и снижение числа заболеваний дыхательной системы. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.